сорт перца Пхуджалокия мустард. Это Пхуджалокия горчица. Вот такие вот интересные плоды у нее горчичного цвета. Смотрите, какие красавцы. Это он уже в зрелом виде. А вот такой вот он в зеленом. Вот он еще зеленый. Вот такой вот весь промаканный, пупырчатый. Такие вот интересные у него плоды, смотрите. Все такие вот кустики с такими вот плодами. Вот, целые, усыпано плодами. Вот такие вот красавцы. Такая вот длина у них. Вот тут листики мешают. Сейчас мы кое-какие листья уберем. И я вам покажу их. Вот смотрите, какие красивые. Родом этот перец с Индии. Куст может достигать высотой 1–1,20 м. Он у меня в тенечке растет. Так что высотой не похвастается. Срок созревания этого перца 120 дней. Острота у него от 800 тысяч и чуть больше миллиона. Как бы это самые сверхострые сорта. Пхуджалокия вообще считается одной из самых острых сортов. Такие вот красавцы, видите? Невероятные. Все, кто любит сверхострые сорта, этот перец для вас. У него приятный дымный аромат. Очень красивые перцы. Их можно выращивать как в открытом грунте, так можно выращивать в теплицах и на подоконнике. Вот здесь у меня кустик, видите, какой маленький. Вот это вообще, не знаю, ну, высотой, наверное, сантиметров 35 до 40. Ну, то, что у меня растет между томатами. Какие у меня здесь такие вот красавцы. Здесь, во-первых, между томатами темно. Ну, как бы не сильно много света попадает. Плюс я еще их сеткой притеняю. Нет, получается, они у меня такие маленькие. Ну, как бы компактнее, лучше пускай будут компактные, чем будут по 1,5 метра плодов. Вот у меня тут 5 кустиков. Ну, вот на каждом кустике где-то, ну, по 15, по 20 плодов. Ну, это, мне кажется, вполне достаточно. Вот такая вот красота. Срок созревания у него уже 120 дней. Очень интересный сорт. Видите, у себя такой перец. И вы сможете сделать самую острую аджику, либо соус. Этого соуса вам хватит, ну, я не знаю, наверное, года на 3. Потому что это очень и очень острый перец. Так что выращивайте такой сорт, кто любит сверхострые сорта. И у вас будут самые, можно сказать, самые острые аджика. Все, всем пока!